Здарова, громадьяки, с вами Джейсон и канал True Money Games. Продолжаем прохождение Assassin's Creed Origins. Ты готов? Путь не близкий. Я готов. Мы отправляемся в другую локацию, чтобы убить еще одного человека в маске, судя по всему. Еще не всех виновных настигла расплата. Например, того, кого зовут Змеем. Как ты найдешь их всех? Айя напала на их след в Александрии. Я еду к ней. Она хотела повидать брата в Великой Библиотеке. В библиотеке? И просила передать тебе лишь одно слово. Серапис. Серапис? Общий бог греков и египтян. Да, конечно, ясно. И Байк, твоя борода просто ужасна. Прощай, друг. На прощание пара комплиментов о моей бороде, и мы отправляемся в Александрию, кажется. Повидаться то ли с сестрой, то ли хрен его знает. Ну, тем не менее, мы с вами увидим, с кем именно и что там дальше нам обещает наше путешествие. О, черт! Лейла, тебе нужен еще циклоспорин. Срочно! Лейла, подъем! Мне что, спуститься? Лейла? Лейла? Вернись! Лейла, ты слышишь? Детка! Я тебе не детка. Хочешь привлечь внимание Лейлы? Разозли ее. Я тебя слушаю. Тебе нужно отдохнуть. Анимус не принимает. Я в норме. Ты да, твои почки нет. Прими циклоспорин, пока они не отказали. Да, сестра Джири. Для тебя офицер медслужбы, Джири. Ну, как прошло? Моды на месте. Воспоминания очень четкие. И пусть только Абстерго теперь попробует не взять меня в проект Анимус. Отлично! И кто там у тебя? Его зовут Байек из Сивы. Он мстит за смерть сына. Он заинтересует Абстерго? Началось. Пойми, они вряд ли будут в восторге от твоих методов. Методички не мое. Да, ты скорее их сожжешь, а потом еще попрыгаешь сверху. Впрочем, коматозникам не до того, так что брысь за циклоспорином. Я уж думал, мы в современности и не попадем никогда, сколько можно. Циклоспорин. Не забудь протереть спиртом. Совершенно незнакомые нам герои. Жаль, что не могу теперь помочь. Уже. Ты очень мне помогаешь. Пусть даже из гостиницы. К тому же там есть кондей. Ди всегда кладет мало еды. Пять процентов. О, 1%. Ух ты, справочник, документация. Серьезно? Договор. Проекты Лейлы Хасан. Пропавшие файлы, вступление, Алан Рикин, Изабель Ардан. Дезмонд Майлз. Знакомые лица. Это любопытные вещички здесь можно найти, я так подозреваю. В компьютере много всего. Это что такое? Всего хорошего и спасибо за рыбу, Беркли. Продолжу. Это так круто. Аккуратно.
Не будем надолго прерываться, как бы приняли лекарства, попили водички и пора снова в путь. Хотя можно было бы из пещеры выйти, посмотреть, что там на улице происходит. Прикольно, полтора часа отыграл, и тут тебе презентуют название игры. Почему на верблюде, когда я хотел бы путешествовать на коне? Магазин. Вы можете, говорить, с помощью магазина внести разнообразие. Защитить эту землю. В Александрии находится логово змея. Тут живет Айя. Я найду обоих. И желательно, говорит, уровень 10. Здесь живет мой друг Минихет. А у нас пока только уровень, возможно, 7. Прав. Как и всегда. Озеро Мариотис. 50 единиц опыта, кстати говоря. Храм Сен-Хмет. В общем, также предстоит немножко прикачаться, прежде мы... Прежде чем приступить к выполнению задания. Привет. Багик, вот так встреча. Я думал, мы тебя еще долго не увидим. Мир тебе, Минихет. Как поживаешь? Мои дети растут не по дням, а по часам. Ну а мы с женой вечно в делах. А ты? Есть новости, а? Нет. Я забылся. В твоей жизни невероятно много запретных тем. Извини. Судя по виду, ты многого достиг. А, да. Верховный жрец сделал меня своим помощником. Но поверь, это не самая интересная новость. Ты обязан увидеть наш храм. Покажешь мне? Конечно, конечно. Приходи, как сможешь. Что, на этом все? Закончилось? Давайте обход сделаем, чего уж там. Готов осмотреть наш чудесный храм? Веди, Минихет. Прости. Верный служитель богини. Можно по имени. Ты почти член семьи. Леопарда он себя нацепил. Ведь раньше здесь были заброшенные руины. Теперь местные жители все время проводят здесь свои особые ритуалы. Что привлекает в Эмау все больше богатых транжирс. А, удачное описание александрийцев. А что говорит твоя вера? Признаю, иногда это бывает неприятно. Меня одолели неприятели. Тихие, как тени. Дядя Байек! Дядя Байек! Здравствуй, Байек. Отрада моей жизни. Вы что же, сбежали от своей матери? Подними меня, дядя Байек! Видите, не обязательно нападать со спины, если вас четверо на одного. Ты же говорил, нужно использовать любую возможность, если враг опасен. Да, да, да. Я очень опасен! Прячьтесь, ибо странник идет по следу. Серьезно? I...
Ну еще все найдены, нет? Я вижу три точки. Где четвертая точка? Привет. Попалась. Теперь ты прячься. Выходи, Найла. Ты мешаешь жрецам. Ну, играем, в общем. Играем, играем в прятки. Найла, зачем идешь за мной? Чтоб ты не потерял. Кева, привет. Как ты умудрился там оказаться? Хотел спрятаться, а теперь не могу выбраться. Мне страшно. Спокойно. Сейчас я помогу. А как я ему помогу? Давай, хватай его, чё. Хватай. Нет? Не будешь хватать? А чё будешь делать? Как мне его вытащить оттуда? Хм. Баб, это мне на самом деле... Мог его взять и вытащить. Ладно, пойду остальных найду. Блин, ты встретишь смерть. Сорис, назад! На помощь! Дурачок маленький. Сина, живо спускайся. Сюда пускаю только... Да, но я хочу посмотреть. Так, а ну слезай. Посмотрим на звезд. Ну вот мне его надо как-то вытаскивать оттуда теперь. Хрен бы я догадался. Вроде бы всех это скрыл. Просто пипец. Сломайте стену, чтобы мальчик мог выбраться, блин. Оригинально. Ну и вообще бегать за детьми по ходу прохождения — это весьма оригинально. Ты взгляни. Подделка с твоего рынка. Как это ты ничего не знаешь? Я не слежу за делами на рынке, так что лучше поговори с торговцем. Ха, жрец, ты так же фальшив, как и ваши мумии. Минихет, я привел твое семейство. Спасибо. Что он хотел? Наши гости так любят покупать реликвии, что у нас уже не осталось мертвых кошек на продажу. Я не торговец, но они приходят со своими жалобами именно ко мне. Здесь нужна твердая рука. Ну, сказал, как отрезал. Что предлагаешь? Восьмой уровень нам уже дали. С торговцем на рынке. Встретятся, окей. Нерка и торговцы могут рассказать о фальшивых мумиях. Пойдемте побегаем. Поспрашиваем. Так, по, значит, способностям у нас 2 очка с вами есть. Как-то используется на Q. Призвать транспорт, само собой.
Ускорить ход времени. Я вот это вот хотел. Угон. Проинспектировать, чтобы в дальнейшем можно было скидывать наездников и забирать их транспорт. Ну, по-моему, полезная вещь. Она похожа на детскую поделку. Мумии фальшивки! Кто кричит? Область расследования. Может быть, мне надо... Ах, ты грязный мерзавец! Обманщик! Как ты посмел продать мне этот мусор? Расскажи о фальшивых мумиях. Не впутывай меня в эту историю. Я от Минихета. И твое молчание оскорбляет его и богов. Ох, я не хочу гневить ни его, ни богов. Нас заставляют продавать фальшивки. Грозят уничтожить товары. Кто это делает? Давай поговорим потом. Встретимся ночью. На краю деревни, у поля. Серьезно? Она похожа на детскую поделку. Поговорить ночью с продавцом. Где-то там на краю. Ну, не знаю, может быть... Это была моя лошадь? Серьезно? Да, сдается мне было... Это была моя непрорисовавшаяся лошадь. Ну, поехали. Может быть, там и ночь настанет, пока доедем. На краю деревни у реки. А я только что говорил о медитации и наступлении ночи. Нужно дождаться ночи, тогда и поговорим. А ты что предлагаешь мне? До ночи здесь торчать? Чё за хрень? Да, сказал бы мне кто-нибудь об этом пораньше. Нет, конечно, могу повыполнять пока другие задания. Это как-то странно. Так, а что здесь есть? Что я могу повыполнять, собственно говоря? На воде некие миссии. Дополнительное задание «Скрытый налог». Все обратно теперь я должен скакать. Прикольно. То есть для выполнения неких заданий, возможно, потребуется все-таки учить медитацию. Ведьмака она была по умолчанию. Я против подобной хренотени. Прорисуйся уже. Я не видела мужа со вчерашнего дня. Помоги, Меджай, помоги, я заплачу. Что случилось? Вчера мой дорогой Клавдий поплыл на лодке через озеро осмотреть руины. И он не вернулся. Этим трусам не понять женского горя. Умоляю. Я найду его. Поспеши, я буду здесь. Серьезно, вот так вот просто, да? Так, и куда я должен отправиться? Ух ты, ни хрена. Ты не против? Ты не против. Управление лодкой. Что может быть лучше? Из чего она сделана, боже мой? Как-то надежным не выглядит. Крокодил здесь не водится. Хотя вон там следы крови, кстати говоря, на воде. Но пока мне нет задачи выяснять, что там, кто там и что там. Поплыли.
Ты что, нажрался, что ли? Это ты? Крокодилы говорят, Африка не перестает убивать. А ты что такой злой? А что он дерется? Ну, дрянь, а? Ух ты, вот это вообще не задача. Они расхреначили мне лодку. Ты чё, бухаешь-то? Минус одна, тварь. Ну, старая тварь. Не двигайся. Поговорю с Клавдием и узнаю, что он тут делает. Ты что тут делаешь? Зачем же ты убил их? Мы ж только познакомились. Клавдий, ты пьян. Да, это я. И нет. Я не пьян. Пара пива. Или, может, десяток. Ладно. Пойдем к твоей жене. Я женат? Мамочка будет так рада. А как мы пойдем? Когда у меня нет лодки. Тут только мертвые крокодилы. Допустим, я возьму немного у тебя. Немножечко. А где еще трупы? Я убил трех крокодилов, я точно помню. В общем, конечно, лучше отсюда выбираться. По-добру, по-здорову, потому что можно, наверное, лишиться ног. А еще мы можем создать предмет. Здесь есть какая-нибудь лодочка? Хоть где-нибудь. Ну вот, кроме той большой. Мне бы что-нибудь поменьше. Да, кажется, есть какой-то парусник. Я бы даже забрал Клавдию сейчас и отвез его к жене. Клавдий, давай залезай. Он не залезает. А в чем прикол-то? Да, он ему стащил. Красавчик. Что привело тебя сюда, Клавдий? Я собирался, ну, не могу вспомнить. Приехал сюда из Александрии на праздник. И тут кто-то, не помню, кто-то залез? Предложил мне пить. Да ладно. Сюда. Угостил. Ну как тут отказать? Все, поплыли нахрен. Как ты сюда попал? Ха! Все, он не догонит меня. Ну да, я проснулся, а здесь крокодилы повсюду. Слушай, они правда говорят? Египет — волшебная страна древних загадок. С ума сойти.
друзья в городе мне не поверят. Ты вроде говорил что-то про жену. Да, твою. Я не могу понять одного. Откуда у меня жена? Я же девственник. Ну, мне так кажется. Не желаю это слушать. Обсудишь это с женой. Доставил твоего болтуса. А вот и ты, любимый. Я так волновалась. Где они, Фелики? Вспомнил. Я сбежал на остров от нее. Она меня опоила, женила и потребовала сбор за девственность. Чью девственность? Теперь иди. Мы с мужем сами разберемся. Нет, 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 не уходи. Меня убьют. Не, нормально. Что бывает, когда обманываешь женщину? Прошу, спокойно. Помоги. Плюнь на него, греки. Подожди, в рукопашку, может, их не убивать? Убивать-то их, конечно, можно бы было бы. Если нагрудник увеличу. Где мои кулаки? Да, вот так вот. Получи по заслугам. Прошу, прошу! Ваши сборщики податей были глухи, когда мы молили о пощаде. Нифига. Давай, он улетел! Бей сильнее! Меня же убьют! Мои братья! Как ты мог убить моих братьев? А я их не убивал. Ты должен был помочь мне, а не ему. Хрень какая. Я не убивал их, я просто надавал им по мордасам. Отныне осторожнее выбирай, с кем будешь пить. Интересные вещи здесь творятся. Странная у них в Египте ночь, должен я вам сказать. Друг мой, я рад, что ты все-таки пришел сюда. Эй, присядь, выпьем с тобой вина. Обойдемся без этого. Эх, чудесная ночь. Давай насладимся прохладой, прежде чем начнем говорить о делах. Слушай, я не для того сюда пришел. Скажи мне, откуда берутся фальшивки? Ну, понимаешь, все совсем не так просто. Многие замешаны в этой истории, но все они скажут тебе лишь одно. Жалейте доверчивых, ибо ждет их лишь боль. Я так понял, меня подставили, да? Давай. Коли ищешь зло, завсегда найдешь его. Путь к знанию так тернист. Сдохни. Неудачно вы, ребят, зашли. Ты же сам можешь сдохнуть прямо сейчас. Пожалуй, такой славный воин достоин знать правду. Говори, или разделишь судьбу своих друзей. Угроза — это лишнее. Среди дюн, на юго-востоке. Там лагерь, где делают фальшивые мумии. Думаю, теперь ты уничтожишь его. Зато пощажу тебя, согласен? Беги, Скари. Уничтожение фальшивых мумий угодно богам. Во имя Ра. Какой позор. Погнали к лагерю. Найдем, наведем там порядки. Давай, 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 строптивый. Чё ты? Чё ты? Чё-то на добыто. Давай, 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 давай. Ну, я так смотрю, там их немало.
А как мне к ним, так, знаете, незаметно подойти? Теоретически, конечно, можно. Поверить не могу, эти греки такие... Действовать аккуратно. Закрой рот, мой отец грек. Да ты что? А он не хочет у нас кошек купить? Заткнись и займись делом. Жопа-то горит. Для меня совершенно неожиданно такое развитие событий. Так бы сказать, что надо пострелять. Я бы пострелял. Они типа меня запалили. Назад. Не попал. Кровотечение. Хорош, стреляй. Называется опять весь эпик испорчен корявостью движка. А это не загорелось. Так, что еще нужно? Еще где-то тайник. Задание выполнено. И поговорить с Минихетом. Давайте отправимся к нему. Вот и ты. Фальшив. Как мне облегчить бремя старого друга? Сегодня мы устраиваем чудное представление. Наша богиня Сехмет будет защищать людей от хаоса и Сфета. Но Паму, нашего актера, мы не можем найти. Верховный жрец непременно возложит вину на меня. Я помогу. Хвала Сехмет. Его дом у рынка. Но сперва ищи в таверне. Мне так стыдно снова просить у тебя помощи. Блин, чувствую себя мальчиком на побегушках. 9-й уровень получен, но я предлагаю вам
продолжу в следующей части. С вами был Джейсон, канал Трумани Геймс. Не забывайте ставить пальчики вверх. Всем удачи и пока!